коротенький, разбор коротенький, аккорды меняются мало, и кнопочки тут в основном все повторяются. Но так уж композитор сочинил свое произведение, песни «Молодая». Вот сейчас мы его разберем. Пожалуйста, разбирайте. Эту песню меня просили неоднократно, поэтому вот я ее, хоть она и коротенькая, простенькая в разборе, все-таки я ее взял на заметочку и разобрал. Успехов вам!